Всем всем доброго денечка. А у нас дождик моросит. Дождик моросит. Погода такая. Ну тепло. Тепло. Пасмурно, но тепло. Я вот в кофте, в расстегнутой, в футболке. Да? Лялечка. Пошла на цветочки нюхать и лопать цветочки. Да. Вот это вот. Не помню что. Пока снег пережил. Один снег был у нас такой, прям снег-снег. И вот эта вот елочка. Елочка у нас пихта корейская. Тоже тьфу-тьфу-тьфу. Нормально себя чувствует. Да? Девчонки, все надо обнюхать. Все пронюхать. Они тяны глазки растут хорошо. Чувствуют себя замечательно. Надо полоть. Зима, надо полоть. И смех, и грех. Зима, а полоть нужно. Да? Малышня-карандашня. Ой, ну Буся деловой колбасин. Нужно ему все отметить, пометить. Что за мальчишка такой? Метельщик. Да, Донечка, Дудонечка? Ну, ласточка. Ласточка такая, девочка, девочка, ласточка. Надо хоть баню затопить. А то уже в этом году-то еще ни разу не топили. Хотя еще только начало года. Но надо будет, на днях сделаем. Пора, пора, да? О, ну этот тоже. Они прям соревнуются. Шейх и Буся, да? Бусь, у вас соревнование с шейхом? Кто больше наметит? Ну ты больше метишь, больше. Серьезный такой. Фигуська все время что-то ищет. Ищет местечки себе, да? Лялюшка, эти тети взяли. Покажи маме. Господи, камушек оно нашло чудо. Домой тащит камушек. Соревнования у них с фейкой. Кто больше добра натащит в дом, да? Да ты да, таскаешь много, но она все равно больше. Тебе ее не переплюнуть. Фейку не переплюнуть. Бусь, что-то все ушли. Представляешь, все. Только мы с тобой остались. Никто не хочет дождик гулять. Хотя дождик-то не сильный. Так моросит чутка. Да? Ну, пошли мы с Бусей тогда тоже. А всем желаем хорошей погоды и замечательных прогулок.